Дайджест недвижимости. Новости недвижимости на волне 101.0. В студии Анна Лапшина. Здравствуйте. Кировстат вновь фиксирует снижение цен на рынке жилья. По подсчетам ведомства, за первый квартал этого года квартиры на первичном рынке подешевели на 0,8%. На вторичном рынке падение составило 1%. Таким образом, средняя стоимость квадратного метра в новостройках в Кировской области составила чуть менее 38 тысяч рублей. На вторичном – около 41 тысячи. В целом, по Приволжскому федеральному округу ситуация неоднозначна. Цены упали в половине регионов. Более всего на 2% с лишним подешевели новостройки в Татарстане и вторичное жилье в Чувашии. Максимальный рост цен на 4,3% зафиксирован на вторичном рынке в Саратовской области. На 2,5% подорожало новое жилье в Чувашии. В целом по России новостройки продают по 56 тысяч рублей за метр, вторичное жилье по 53 тысячи, отмечают бизнес-новости в Кирове. Дайджест недвижимости. На улице Милицейской напротив центрального рынка не планируют строительство нового жилья. Квартал, ограниченный улицами Милицейской, Володарского, Азина, Свободы, планируют отнести к зоне общественно-деловой застройки. Информацию об этом озвучили на публичных слушаниях по проекту изменений в правила землепользования, которые проходят в администрации города, сообщает портал iKirov.ru. Как пояснили специалисты управления градостроительства и архитектуры, в квартале уже сложилась высокая и плотная застройка за счет домов, возведенных Кировским ССК. Строительство новых объектов жилой недвижимости повлечет за собой проблемы, в частности, с обеспеченностью жителей местами в детских садах. Потому на оставшейся территории, где сейчас расположены ветхие и аварийные жилые дома, предлагается возводить только здания делового, общественного и коммерческого назначения. Проект изменений в правила землепользования и застройки еще предстоит утвердить депутатам городской думы. Дайджест недвижимости. Кировским предпринимателям предлагают офисы в центре инноваций. Помещение в муниципальном бюджетном учреждении можно снять по льготной цене, отмечается на сайте администрации города. Она составляет от 209 рублей за квадратный метр. Центр инноваций удобен с точки зрения логистики и транспортной доступности. Кроме того, арендаторы получают возможность принять участие в тренингах и семинарах, говорится в сообщении. Познакомиться с условиями участия в конкурсе на аренду помещения можно на сайте центра инноваций или по телефону 660137. На этом все. В студии работала Анна Лапшина. Дайджест недвижимости.